Салат для меня это самое клевое, что было в моей жизни. Самые яркие эмоции, самые крутые проекты, вот все, что связано с палацем, это просто моя жизнь. О чем ты сейчас мечтаешь? Мечтаю в первую очередь поступить, а потом, ну, наверное, работать над каким-то проектом телевизионным. Ну, моя форма успеха — это просто прийти в палац и начать работать над какими-то проектами. Просто тебя начинают замечать, и все. Это форма успеха любого человека. Який гурток у палаці найкрутіший? ПДМ-ТВ і Молодіжна Рада. Тому що, ну, Молодіжна Рада — це те, з чого я починав. А ПДМ-ТВ — це просто клас, тому що це телебачення, це моя улюблена сфера, це моє все улюблене. Да і просто там дуже круто, там дуже класна атмосфера. Хочу пожелати педагогам продолжать такими же быть активными, жизнерадостными, приносить добро людям и, в принципе, детям. Детям хочу пожелать, чтобы они добивались своих целей и ни в коем случае не исходили из жизненного пути.